Приветствую вас, дамы и господа. С вами Дон Стрэнджер, и это прохождение Hollow Knight, часть 7. Так, ну что ж, куда отправимся? Далее, так сказать. Во-первых, посмотрю, что у меня здесь стоит. Ловец душ. Шаманский камень. Опять гусенички. Что делает? Восполняет душу при получении урона. Так, я, по-моему, одну ячейку получил как раз-таки, да? Ага. Душу при получении урона. Мне бы по-хорошему какой-нибудь искатель заклинаний. Так, мне для так сказать, пути... По-хорошему нужен капризный компас. Или компас, кому как удобно. Пожиратель душ. Ого, 4 ячейки. С его помощью шаманы добывали душу из еще живых существ. Ну да, больше маны буду выбивать. Трюкач, ловкач, ярость павшего. Живительное сердце, щит грез, песнь ткача, быстрый фокус, герб защитника, спорный грипп, кровь улья и колючки страданий. Хорошая тема. В первый раз я проходил как раз с колючками. Но то был не магический билд. Этот ловец душ, да? Добывает душу из окружающего мира. Позволяет высекать из врагов душу с каждым ударом гвоздя. Ну, а этот... гораздо больше души, то есть 4 ячейки, а это 2. Это 3. То есть я не смогу сделать так. Кстати, непоколебимое тело. Искажатель заклинаний. Тоже хорошая вещь. Души меньше. Я смогу. Да, мне нужно явно купить побольше ячеек. Ладненько, а если сделать так и получается искажатель заклинаний, и у меня не будет места для компаса. То есть мне нужно как минимум еще две... Одна ячейка. Хотя бы, чтобы был компас и одна ячейка. Да. Где же мне ее найти? Ладненько. А раз так, что есть еще на единичку? Это сколько? 1. Так. Героический аромат мне не нужен. Это не надо. Щит грез. Такое себе. За гребущий рой? Да? Чтобы не бегать за гео, который будет выпадать с врагов. А, хотя с другой стороны... Они мне сильно-то нужны? О, у меня 5000. 5000 гео. Так. В прошлый раз я... Так. Был, получается, в древнем котловане.
И там где-то был фонтан, по-моему. Оу. Получается, мне далековастенько. А почему я сейчас не отображаюсь на карте? Я себя что-то не вижу. Потому что я в Колизее глупцов. Ладно. Можно ли добраться? Да, можно добраться. У меня как раз тут какая-то интересная метка. Вспомнил. Красная, это, по-моему... Это... В сон босса можно отправиться. Угу. Мне по-хорошему еще нужно отправиться вот в это место куда-то. И найти, наконец-таки, магию, которая бьет вверх. А то что-то я... Чуть ли не половина игры уже прошел, а магию, которая бьет вверх, не нашел. Ха. Прежде всего, короче, я хочу отправиться к фонтану. Там выложить, получается, вроде бы как 3000 гео. Сейчас. Да, вроде бы 3000 фонтану. И что-то, по-моему... Для магии я получу. Интересно, как он называется? Окрестности дворца? Угу. Так, а ближайший ко мне... Ага. Вокзал, получается, здесь. К лифту и вниз. О, и там что-то еще виднеется вот, вот здесь. Ха. Ладненько, пойдемте-ка посмотрим. Угу. Немножко вспомню управление, потому что давно не играл. А остальные испытания, я думаю, потом как-нибудь пройду. Там не вижу пока что смысла в них. Так что пойдемте-ка посмотрим, что у нас будет там дальше. Ау. Да. А я все-таки взял Гео, да? Надо было, чтобы от урона я получал ману. Да, все-таки это получше было бы. Итак, край королевства. Получается мне вниз просто упасть. А это что? Просто, понял. Ау! Ха! Вот же ж. Кто здесь колья-то расставил? Нужно ли мне наверх? Долина духов? Через долину духов я могу попасть... Я могу попасть к торговке... Как раз таки талисманов. Но прежде всего я хочу проверить вот эту точку. Какую-то пустоту на карте. Здрасте. Ну и беги. Я тут был? Почему-то, да... О, нет, я тут не был. Здрасте. Чего желаете? Вам что, мало? Ау! Чего же они такого тут охраняли? Вау! Неплохо.
И как раз, если мне тот фонтан даст одну такую ячеечку, то у меня прибавится мана. Полечусь, пока есть возможность. Тут куда побежал, но. О, я там не был. Ау. Немножко разучился сражаться. Ау, маны нет. Так, ну что тут у вас? О, здоровяк. Хорошо. Мне, конечно, удобно так гео собирать. Что там внизу? Вокзал. По сути, мне как раз-таки вниз. А здесь что? А здесь, по-моему, к боссу получается, да? Погнали вниз. Да, хватит меня бить-то, ну, успокойтесь. Здрасте. Что у тебя тут? Дневник странника. Вниз. Три удара. Кто там дальше? Зомби знать. Вроде как. Вокзал короля. Пожалуй, поменяю загребущий рой все-таки на гусеничку. Мана мне важнее. Так, а я там был наверху? Нет, я тут не был. А, печать Холунеста, хорошо. Так, погнали. Куда-то вниз. Скрытый вокзал, городский вокзал королевы. Древний котлован, окрестности дворца. А это скрытый вокзал. Ну, находится он внизу. Да, приехали правильно. Я, по-моему, могу уже нырнуть в эти воспоминания короля, но попозже.
Угу. Так, я слышу фонтан. Где он? Здесь? Нет, он повыше получается. Так. Да, он явно тут. Итак. Угу. Бросить в него гео? Да. Минус 3000. И... Да, отлично. Масочка. И новый сосуд для маны. Сколько их вообще должно быть? Два? Или еще и третий появится? Вот уж не помню. Но это уже неплохо. Так, куда дальше? А дальше нужно отправиться куда-то... Куда-то. Вот здесь, по-моему, у меня появится второй прыжок. Точнее, должен был второй прыжок быть, чтобы запрыгнуть сюда. Здесь еще какая-то зона. Здесь еще какая-то зона. Ближайший к этой зоне вокзал. Да, очень неудобно. Получается только вокзал Королевы. И вообще около вокзала Королевы где-то должен быть... Как там его? Магический удар вверх. Здесь я еще не был ни разу, не пробежался. Хм. Не было смысла? Хм. Такое себе. А могу ли я отсюда попасть? Хм. Хотя бы посмотреть, сколько мне нужно гео, чтобы скупить все. Ячейки там будут, заклинания или нет. Значит, отправляемся сначала в Долину Духов. Мне нужна одна ячейка заклинаний для удобства. Что я делаю? Земли упокоения. Так. Правильно. Во-первых, я вспомню, сколько мне нужно грез набрать. Ну-ка, скажи мне, провидица. Острее опытнее, но тебе еще много нужно узнать. Возвращайся, когда соберешь 300 сущностей. 300. Угу. А у меня 232. Еще вроде бы где-то здесь за фонтаном. Вот здесь вроде бы. Нет, не здесь. Или я это в прошлый раз делал, я вот не помню. Вон там фонтан. Там вроде что-то есть. Я немножко не помню. Да, проход как бы есть. Да, походу я здесь уже все сделал. Угу. Здесь вроде бы что-то должны были давать. Если ударить гвоздем грез. Хм. Ладно. Здесь тогда делать нечего. Погнали вниз. Хм.
торговки амулетами. По-моему, сюда. Да. Песочек. Голубое озеро. Полетели. Я слышу здесь где-то что-то. Доставал ли я это в прошлый раз? Был ли я здесь? Вот уж вопрос. О, здорово. Ага, как же тут спокойно. Я жажду действия. Жестокой и смертельной битвы. Покой мне только скуку навевает. Тиса. Хорошо. Для тебя специально есть этот Колизей глупцов. Бам. Понятно. Это всего лишь тухлое яйцо. Два уровня? Нет, все правильно. Надо бы полечиться. Так, и что ты мне предложишь? Опа! Ага, ну вот и одна ячейка. Отлично. Много амулетов, да-да-да-да-да. Давай, спасибо. И еще одну нужно собрать 25 амулетов. Еще 2 амулета нужно найти, да? Так, дайте-ка я посмотрю. По-моему, был торговец, и у меня их нет. А, здесь, да? Да, у меня нет 3 амулетов, которые вроде бы разбиваются. Они вот тут должны быть. И какой-то из торговцев такой дохленький их продает. Вопрос где? Вопрос где? Здесь? Дохленький торговец. Вот уж точно не припоминаю. Так. Пожиратель ног. Вроде бы его так зовут, получается. Хрупкие амулеты продает. А вопрос, где? Я как бы сейчас смотрю по карте. Так бы хорошо туда сразу отправиться. Если он где-то поблизости, конечно, обитает. Там, где будет магия. О, точно не внизу. И точно не здесь, не в глубинных. Может, там, где вокзал королевы? Или где-нибудь вот здесь? Так, ну она и смеется, конечно. Хватит. Забытое королевство. Ага. Ага. Мне вроде как в зеленой тропе как минимум там где-то должен быть проход к. К магии моей. Воющие духи. Каменное святилище. Это там обитает охотник, или как там, да, охотник дает
журнал охотников, да? А? Во. Так, во-первых, мне нужно сюда попасть. Здесь, по-моему, есть что-то. Потом проверить это место. Угу. Если я отправлюсь здесь дальше. Здесь я был. Тоже как вариант проверить вот это место. Угу. И что-то здесь еще есть. Определенно. Но я все-таки не вижу этого торговца на карте. Где же он обитает-то, а? Опа, вижу. Пожиратель ног. Где-то здесь. Что ж я его как торговца не обозначил? Как... Или я с ним не встречался даже? Около лифта. Где-то вот, вот этот проход. Да. Мне определенно сюда. Угу. Сначала к нему. А как к нему попасть? Получается, через вот этот проход. Да, почему бы и нет. Либо тупо пойдем вот так напрямик, хотя у меня такое ощущение, что там все закрыто сейчас. Ну, можно, что, пробежаться здесь. Хм. Хотя бы попробовать. А потом отправиться, получается... Хм, а здесь вот он где, аж вокзал. Мне бы, конечно, поближе. Соответственно, мне придется вот этот путь весь пройти. А, и сюда как раз попасть тоже неплохо будет. Угу. Ладненько. Все, план действий есть. Погнали. Но прежде всего я поставлю себе новый амулет. А именно... Искатель заклинаний. Да. Компас все-таки мне сейчас очень даже нужен. Все, налево. Погнали. Здрасте. До свидания. Тут некоторые особи нынче взрываются. Так, там нужно было 1900 гео, да? Ага. А сколько у меня, кстати, на продажу есть всякого? Да, 4, 1, 2. Можно будет продать это все. Или даже нужно. Ладненько. Здрасте. Ау. Короче, их нужно бить только магией. Смогу ли я тут пройти напрямик? Получается, мне налево. И... Ну, что-то тут пульсирует. А, ну, вроде бы можно. Хм.
спуск куда? Спуск, понятно, город грез. Мне нужно было выше подняться. Ясненько. Получается, этот проход к лифту. Вот сейчас бы без компаса было бы, конечно, немножечко посложнее. Вон он был, заблокированный проход. Вау. А вы тут всегда были? Ха. Прикол. Нет. Ну вот, отлично. Маны расходуются меньше. Враги умирают быстрее. Надо вот сюда еще попасть. Но мне все равно нужно сделать крюк, потому что здесь была заблокированная зона. Погнали. Оу. Да. Маска? А, понял. Как туда попасть? Походу так. Получается, я без двойного прыжка здесь не мог забраться. Ау. Кусаются. И раз. И здесь просто вниз. Только один кусочек. Осталось три. Ты плюешься, да? Да. Да вы тут оба плюетесь, по-моему. Сколько из него гео выпадает, а? Да из-за этого тоже немало. Так, наверх к фонтанам, точнее к... А почему бы и да? Хе, болтуны эти до сих пор здесь сидят. Можно заодно отдохнуть. Я тоже могу плеваться. О, не-не-не-не-не-не-не-не. Камикадзушки. Проход наверх, правильно? Мне наверх, да. Определенно мне сюда. Поднимусь-ка я до гусениц. Потому что в прошлый раз, по-моему, я как раз спас как минимум одну гусеничку. И мне как раз таки могут что-нибудь за это дать. Как минимум гео. Мало ли, может, ячейка выпадет для амулетов. Ау, зараза, муха.
Она что, взрывается? Так, это мне получается где-то еще раз, два, три, четыре, пять, шесть гусеничек надо найти. Давай все. Фига себе. Это явно не за одну гусеничку мне надавали. 1470. Неплохо. Так, теперь направо. Опа. А, точно, здесь колдунья эта обитала, правильно? Эй! Почему тут закрыто? А, вот же ж. Через этот проход тут вообще нет прохода. Не видно нифига. Да, тут нет прохода. Ладно. Вообще, стоит ли туда идти? Сейчас проверю. Сейчас проверю по карте. О, там как раз ячейка. Точнее, не ячейка, а амулет есть. Пылающее чрево вроде бы как. Ну-ка. У меня же его нету, правильно? Да, нет. Да, нету. Так что туда важно сходить. Определенно. И сразу можно как раз будет обратно сходить к этой торговке. Это мне, значит, такой крюк огромный нужно делать. Ладно, наверх, направо. Хорошо, первый же... Первый же поворот направо будет мой. Ау. Нифига себе он взрывается. Так, ты тоже? Давай, беги. Ага, взорвись там. О! Гусеничка. А я только что от твоих пришел. Собратьев. Беги отсюда. Ты свободна. Ау. Так, умри. Взрываются тут некоторые. Очень больно. А ты почему не заражен был? Хм. Оп, плюющийся. А он раньше просто прыгал. Хватит плеваться, ну. Нет. Бум. Куда дальше? Вниз. Вниз, вниз. Хорошо. Умри. Ох, кто там еще взорвался?
Так, здесь должен быть вокзал. Отдохнуть. Да. Отдохнуть у вокзала. Точнее, на вокзале. В вокзале. Короче, на лавочке. Да, я ж тебя убил. Отстань! Зараза. Так, дубль два. Да ты что делаешь, ну? На, лови. Так, теперь за этим амулетом. Ты. Умри. Умри. Оу. Во что превратился этот здоровяк? Так, и... Мне куда-то сюда? Да. Мне определенно сюда. С этого места? О, хорошо. А где Гео? Не попал. Эй, подойди поближе. Сюда. Да не-не-не, спустись. Да что это за чудо такое? На. Во. На. Ха. Что там внизу? Ау! Оу-оу! Понятно. А вот и ответ. Хорошо. Ау, нет. Не кусаться. И не плеваться. Умри. Воу. Ха-ха. Воу. Ау. Есть. Эх, жаль, нет магии, которая вверх бьет. А здесь бы она определенно бы пригодилась. Ого. А вот и пылающее чрево. Что оно делает? Вызывает, по-моему, да. Личинкам не нужно есть. Они, короче, личинок этих желтых вызывает. Угу. Вроде бы штуки три. Вылетает или 4. И тратят на это ману, по-моему. Так, теперь можно обратно к торговке вернуться. Торговке путь через... Короче, вот так. Да, вроде бы должен так пройти спокойно. Угу.
полный вниз, так сказать. Погружение. Ай, маны нет. Оу. Я хотел удар сделать магический вниз. Да что ж такое-то? Хе-хе-хе-хе. Ау. Мелочь пузатая. О, сколько гео, хорошо. Дальше, чисто вниз, правильно? Посмотрим, пустят ли. Да, определенно. Так, стоп, или мне... По-моему, я... А, нужно еще одну. Да. Почему я подумал, что мне нужно было две? А, то есть одну. А их, оказывается, нужно две. А, ладненько, ладненько. Мне сюда. А потом вот сюда, к торговцу. Ху-ху-ху. Отдохну-то да я на этой скамейке, чтобы потом просто взять и телепортнуться сюда, на эту скамейку. Так, как пойдем? Как и в прошлый раз. Просто налево. Воу-воу-воу. Да умри ж ты. Ай. Забыл. Пригодится. Так, не сюда. В прошлый раз я уже сюда сходил. Там к лифтику. Проход. Гео-гео-гео-гео. Ау. У меня маны маловато. Отлично. Гео-то отдай. Спасибо. Пью такой. Пью. 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 Ау. Угу, источники. Горячий источник. О! Эти дружки исчезли. Точнее, ушли, походу. Хм. Его били сверху, он даже не обратил внимания на это. Да. Угу. Так, мне здесь наверх. Угу. Далее. Сюда. Хм.
Да. Хорошо. Вот как раз-таки это то самое место. Так, сначала проверю, что бы было, если я прошел бы сюда. Ау. По-моему, в прошлый раз я как раз-таки... В прошлых стримах я... Да, я здесь был определенно. Без способности плавать в этой кислоте. Или что это такое? Шипучка это. Спрайт. Класс. Туманный каньон. Музычка мне тут нравится. Так, этих больших медуз убивать смысла нет. У меня нет карты этого места. Какой-то поворот направо. Что? Что? Что там взрывается? Что это рвануло? Вот это? Ау! Заминированные. Непонятно что. Вот это поворот. Ха. Так, что это за проход? Оу. Так, там грибы почему-то и музыка другая. Так, эти взрывные яйца или непонятно что восстановились. Надо быть поаккуратней. Так. Опять взрывные яйца. Тут есть кислота, то есть я бы здесь не прошел бы. Без этой способности в прошлый раз. А, так, куда? Налево или направо? Да, можно и налево. А смысл? Ау! Тут и умереть можно. Опасненько. Сколько тут взрывающихся яиц-то, а? А у меня маны нету. Да! Ха-ха-ау! Что? Зачем? Почему? Как тут пройти? Не взорвав себя. Угу. Ау. Хотя бы полечиться. Ху-ху-ху-ху-ху. Отлично. Дальше-то что? Дальше просто так. Потом вот. Так! И у меня осталось одно хп.
Плохо, 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 очень плохо. Мне бы ману бы. Одна ошибка, и мне придется возвращаться сюда. Не близким путем. Так. Эть. Ха-ха-хау. Нет! Хо-хоу! Фу! Оу, ячейка амулета. Мне ХП восстановили? О! Спасибо за ячейку амулета. Так просто... Not bad. Класс. Найс. А куда здесь проход этот ведет там вниз? Ладненько, выбираемся отсюда. Хватило хпшек. Так, по-хорошему, мне бы сначала... Сначала к этому торговцу. А здесь, по-моему, есть как раз проход сюда. И сразу к нему попасть можно. Так что... Где тут был проход направо? Еще, конечно, можно разведать, что там внизу. И есть ли там вообще проход? Может быть, там какой-нибудь рычаг заблокированный, чтобы потом мне кругаля не делать. Ну, какой-то проход есть. Здесь ничего тайного. Здесь... Бабах. Здесь куча медуз. К чему бы это? Так, любопытство меня погубит. Так, ладно, потом вернемся. Ти-ти-ри-ти-ти. Чуть в электричество не угодил. Электрическая аномалия, однако. Тут и болты не нужны, чтобы их видеть. Ау. Не успел ударить. Бум. Ау. Интересно, что тут за проход такой и почему я тут не был раньше. Отлично. Тут есть дерево. И можно пособирать. Как там, осколки души или что? Как они тут называются? Осколки снов. Да блин. Так быстрее будет. Какая-то задержка есть после рывка. Прыгнуть вторым прыжком сложно. Так, вроде все. Нет. А где еще? А, вот она. Да, вот звук. Отлично. И вниз. Что ты мне скажешь? Туманные пещеры. Гибельные споры. Наставница. Что за наставница? Понятно, я здесь не мог пройти.
Ладно, а мог ли я пройти к торговцу? Да, мог. Могу отдохнуть, но не буду. Не пытайся прошмыгнуть, я чую тебя. У тебя много гео? Дай мне гео и увидишь кое-что хорошее. 4000. Ладно, на. Давай покажу, гляди, хочешь их? Если ты в самом-самом деле хочешь их, я продам их за гео. Много гео. 350, 250, 600. Отлично. Забираю все. Главное, чтобы у меня 1900 осталось. Да, останется. Вполне. У меня для тебя больше ничего нет. Тебе нужно еще? Пожирающая жадность. Вроде все. Так, где я? Так, уберем эту метку. Такс. Угу. Так, ну теперь можно сходить сюда. В эту сторону налево. Наверное. Вокзала я не вижу нигде рядышком. А что здесь за переход? И почему он не соединен, так сказать? Можно посмотреть. Я определенно здесь был каким-то образом. Но не помню, заходил ли я к торговцу. Может быть, мне его амулеты тупо не нужны были тогда. Но почему тогда мне на карте не нарисовалось то, что я у него был? Ты чё, издеваешься? Дымит на меня такой. Чисто наверх. Хватит. Может, тут закрыто? Справа есть проход. И наверх есть проход. Здесь есть что? Нету. А здесь тоже нет. Куда я попал? Ага. Я сюда не мог попасть без двойного прыжка. Тогда что находится здесь? Хорошо. Окаменевший жрун. Застрявший в скале. Все? Это нужно для журнала охотника? Оу. И немножко залежи гео. Тоже неплохо. Так, получается, я здесь, да? Так, у меня другая идея. Отдыхаем быстренько внизу у этого торговца. Угу. Карту обновили. Неплохо так обновили. Так, и теперь быстренько к торговке.
Докупим последний амулет. А потом телепортнемся сюда. Да, ну... Угу. Здрасте. Не забывать, что они взрываются. Нет, нет, нет. Фу. А, мне не сюда, мне сюда вниз, да. Нет. Дай-ка мне последний ячеечку амулета. Спасибо. Оу. Нужно собрать 40 амулетов. Тебе осталось всего 13. Продолжай собирать. Понятно. Да уж. То есть нужно собрать все? Где-то так. А, так, телепортируемся-ка. Через меню. К тому торговцу. Угу. Так, новый амулет. Эй, амулет. Амулет. У меня две ячейки амулета. Неплохо. Что можно туда вставить? Пожиратель душ, кстати говоря, 4 ячейки забирает. Ха, для удобства. Шаманский камень. Ловец душ. Искатель заклинаний. 3 ячейки. 4. Нет. Пока что сделаю так. Сделаем песень гусеничек. И... На одну ячейку что еще можно воткнуть? Загребающий рой или колючки страданий? Ха, хороший вопрос. Ловкач? Нет.
Колючки страданий. Конечно, я теряю много гео местами. Наверное, не настолько много. Так, и просто налево и вверх. Да. Да, ну... Нет, не сюда. Там прохода нет. Вот. Опа. Тут еще один проход влево. Что? Как? Я тут был? Хм. Сколько же тут проходов-то, а? Воу! Вот это мне вернулось. Два снаряда. Нужно быть поаккуратней. Что это за проход? Нет. О-хо-хо. Опа, тут есть... Нет, нету. Как и, собственно, карты этого места. Это обратная сторона. Где-то тут сидит этот картограф этот. А, походу, вот он, этот проход. И там я должен найти картографа, наконец-таки. Фу. Каким бы странным ни был Холнест, в этих пещерах можно встретить те вещи почудесней. Так, ты что-нибудь знаешь о темных воротах под нами? Около них так неуютно находиться, а вот я к ним и не подхожу. К счастью, я нашел обходной путь, но немного опалился, пока шел вброд через кислоту. Все-таки это кислота. Купить карту? Да. А есть тут проход какой-нибудь? Походу нет. Но у меня наконец-таки появилась карта этой местности. Ура! А вот и босс здесь обитает. Походу как раз через нижний проход. Ага, это кто? Вот, получается, я здесь не был. Ай. Точнее, я здесь был. Но вот здесь почему-то не прошел. Хм. Заросший курган, да? Вроде бы так он называется. А что в этом заросшем кургане? Хм. Мне определенно сюда. Даже сделаю вот так. Так, еще сюда сходим, значит. А, я здесь пройти не могу. Может быть, я смогу через босса пройти? Было бы неплохо. Как я его задела?
Ау. Местами колючки, конечно, наносят урон, но я теряю ману, так сказать, которую я выбиваю из врагов, если они остаются еще живы. 2-якая способность. Опа. Разве это королевство не полнится сюрпризами? Целое здание посреди кислотного озера. Его вид впечатляет. И все же мне это место знакомо. Что-то тревожит мои мысли, но я пока не понял, что. Я думал, жажда открытия привела меня сюда, но кажется, дело вовсе не в этом. Это здание зовет меня. Ну, раз оно тебя зовет, пойдем посмотрим. Архивы наставницы, то есть можно биться уже с боссом, получается. Нет. Пока нет. Пока схожу налево, если тут можно пройти. Да! Опа, я слышу гусеничку. И гусеничка, ты где? Интересно. Где-то здесь плачет гусеничка. Как туда поп... И где ее найти? Может, можно с правой стороны как-то пробра... О, вот это не зря здесь находится. А. Так, а здесь нет прохода, да? Понятно. Но я могу сделать вот так. Да! Угу. Хорошо. Вокзал? Так, получается, мне сейчас налево, 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 налево. Заросший курган, туда попасть нужно. Пойдемте-ка попадем туда. Я определенно тут был. Ну да. Карта у меня разведана. И получается, я и здесь, наверное, был, правильно? Если я тут был, почему у меня нету магии, бьющей вверх? Что это за проход? Я просто не пошел тогда вот сюда? Или здесь было закрыто? Заросший курган. Так, комарики. Серьезно. Что там внизу?
И все. Какое-то мини-испытание. Да. Ага. Фига, прикольно. Наконец. Спрашивается, почему я сюда тогда в прошлый раз не зашел? Воющие духи. Ура. А, теперь вопрос второй. Где найти темные воющие духи? Духи. Воющие духи, однако. Но, наверное, этим вопросом я займусь уже во втором стриме. Хотя есть еще... О, теперь можно испытать. И все. А вот так. Хорош. Водопад. Ну-ка, сейчас гляну. Темную способность, да? И где? Да, это, короче, долго. Нужно будет потом поискать. Глубинное гнездо. Вот здесь есть два прохода непонятных, кстати говоря. И вот еще место интересное. Там, по-моему, двойной прыжок мне нужен. Или как раз-таки попасть отсюда можно. Ага, здесь у меня еще что-то помечено. Угу. И проход налево. Вокзал Королевы. Ха. Под вокзалом Королевы, получается. Ладненько, где я? Угу. Так, убираем наконец-таки этот значок. Если я сейчас пойду вниз, куда я попаду? Пойдемте-ка посмотрим. А, то есть я здесь был, когда у меня не было еще вот такого вот прыжка. Я не умел цепляться по стенам. То есть если бы даже у меня был бы двойной прыжок, я бы не допрыгнул. Вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Да. А сюда я могу попасть только через низ. И здесь я не могу пройти. Барьер, однако. Как раз у меня есть вон там проходик. Есть ли смысл его активировать? Пойдемте-ка посмотрим. Может быть и... О, а здесь что? О, да ладно, тут можно было просто проплыть. Ха. А я сверху там прыгал.
Вниз, да? Стоп. А, направо. Ай! И да. Здесь ничего. И здесь можно было пройти только с защитой от кислоты. О, какие врата. Калитка прям, да. Большая. Сады королевы. Определенно я тут еще не был. Так, ты будешь умирать? Ёжик. Охо-хо, сколько ему нужно ударов-то. Ау! Так, ясно. Если я сделаю так. Живень. И где они? Ладно. Ау. Лады. Всего по 2 копейки с них вываливается. Так какие же вы бронированные-то, а? Еще не умирает с первого раза. Да что ж, забодали. Серьезно? Еще тухлое яйцо. Не знаю зачем. Так, здесь есть проход явно наверх. И это к тому месту, да. Определенно это сюда. Еще тут есть проход налево. Странное место. Никого тут нет. Зачем? Может, я под водопадом мог проплыть? Нет, вряд ли. Там кислота же, точно. Так, ну я могу просто открыть здесь рычаг, и все, я прохожу. Нафига тогда вот это? Типа, если у меня появилась способность проходить сквозь эти черные раньше, и тогда я смог бы просто вот так попасть сюда. Ладненько. Так, ладно. Вопрос, куда я пойду? В плане, где я сейчас нахожусь, и если я пойду налево, куда я попаду? Надолго ли это? Ого, там меня ждет довольно-таки большая просторная локация. Это очень надолго. И вокзал там будет совсем не близко. Вокзал, картограф, лингвист. Пойдемте-ка убьем босса. Как бы. Тихо. Куда? Наверх и направо. Хорошо. Ты все еще здесь? Хорошо. Ну, здесь везде кислота. Так что я как раз-таки вовремя сюда пришел. Так, скамейка. Скамейка. Где я последний раз отдыхал? У этого торговца. Угу.
Я еще хотел побывать здесь и здесь. То есть, если я здесь отдохну, я, получается, спокойно заберусь сюда наверх, пойду сюда направо, налево, еще сюда. А, то есть, да, можно отдохнуть на этой скамье. Еще и карту обновили. Обновилась, походу, карта здесь. Здесь нужно картографа найти. Ладно, пойдемте-ка убьем босса. Ау. Здесь сделан уровень, по-моему, что можно спокойно, не имея защиты от кислоты, сюда попасть. Но тогда у тебя будут проблемы здесь с боссом. А вон и босс. Давай вылазь. Ау. Так, он будет создавать, по-моему, электричество везде. Угу. И бить его нельзя до определенного момента. Ау. Так, это преследующая молния. Просто так не отстоишься. Так, ну вот и помощник. Отлично. Давай-давай, бей его. Так, преследующая молния, пофиг. Ау, зачем я это делаю? Давай, бей его. Нет, не хочет. У меня маны нет. Красава. Хорош. О, все. Не слишком сложно. Свектокорон. Суть. Вселиться собой. Поток. Всех дум. Озреть. Старсвет вниз. Сущность их. В грезах. Их. Зачах. Мысли. Конец. Коль. Светкорон. Старсвет внутрь. О, да ладно. Короче, что-то там невразумительное. А вот и оно. В резервуаре что-то светится. А так. О, здорово. Она позвала и тебя. Я понимаю, что мы пришли сюда вместе неспроста. И хоть я многого не помню, это место представляю отчетливо. В этих палатах наставница пережила... А. Пожелала схоронить все знания королевства. В самой сердцевине... Разместила и себя. Ради спасения королевства наставница стала печатью по своей воле, вдобавок защитив себя дополнительно. И я принимал в этом активное участие, хоть и не помню как. И теперь она призвала меня сюда, чтобы снять эту защиту. Все ради того, чтобы помочь тебе. Не стоит колебаться. Она захотела снять защиту. Не я. Она знает, зачем ты здесь, и, кажется, одобряет это. Лады.
Просыпайся! Окончена жизнь моей госпожи, и без нее печать разбита. Поистине тяжелая ноша взвалена на тебя. Но я воочию видел твое мастерство, да и она поверила в тебя. Продолжай свое странствие, а мне пока позволь немного отдохнуть. Я выполнил предназначение, и теперь мой возраст дает о себе знать. Возраст? Серьезно? Подумать только, судьба всего королевства на плечах у столь невеликого создания, понятно? Хм. Есть ли что-нибудь тут? Ух ты. Смотреть. Резервуар полный заряженных светомух. Здесь опять невнятные тексты, да? Да. Суть что-то там. Так, зачем я пешком поднимаюсь? Ну ладно. Да, блин. Оу, оу, оу. Так, все-таки я хочу избавиться от этих колючек. Они мне чуть-чуть... не нравится в данном случае. Нужно поставить лучше собирать гео или что-то в этом духе. Потому что на единичку... А это что? Носитель будет источать героический аромат. Загребущий рой. Далее. Далее налево и вверх. Сюда. Туда. Туда. Хм. Да уж. Да, блинский. Зеленая тропа. Мне сейчас наверх и направо. Да. Так, а вот этих вот существ я убивал? Походу нет.
Был ли я здесь? Тут требовался фонарь, определенно. Фонарь я довольно быстро купил, но... Был ли я тут? Каменное святилище. Угу. И куда мне? Ладно. Допустим, направо чисто. Маска. Полезно. Очень полезно. Что внизу? Опа, слушать. Дитя мое, ты все еще видишь? Прошу, не делай мне больно. Не могу спать, пока у тебя открыты глаза, маленький мой. Не могу грезить, а пока ты все еще дышишь, маленький мой. Прелестные дети, вы бормочете. Такие ужасные вещи, вещи во сне. Царапаетесь, скребетесь когтями. Прелестные дети, к вам пришло чудовище во сне, во тьме. Споете ли вы для него? А призвать вызов воина грез? Нифига себе. Ну, давай. А, так, только не говори... А, это тот босс. Нет, куда он уж... Куда он ушел? Наверх? Вправо? Блин. Где, 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 где? Довольно-таки... Да, ну... Где ты? Хватит напевать тут эти песенки. Ау! Так, мне бы полечиться. И мне бы не умереть. Умри, пожалуйста. Где-то справа. Нет. Вижу. Да что ж мне с тобой делать-то? Стой на месте. Лечимся. Нехорошо. Близко. Лечимся. А, да ладно, ну. Yes. О. Противник и боссик, однако. Так, ну что ты мне скажешь? Один за одним они наконец закрыли глаза. Я чувствую, как на нас находит теплое безмолвие. Извини, что испугалась тебя. Мы всегда были под твоей защитой, даже когда не видели тебя. Пожалуйста, забери нас туда, где свет не будет мучить нас, вместо без грез, прошу. Да давай, заберу. О, 453, отлично. Лицо вырезано из камня. Просто, понятно. А здесь есть что? Проход? Нет.
Интересненько получилось. И босс, и часть маски для хпшек. Мне бы где-нибудь отдохнуть. А вот как раз есть сверху... Как ее там? Лавочка. Во-первых, убрать метку. Еще вот здесь есть место, куда сходить. Однако... Ну, пока что сходим сюда. Так, лавочка, лавочка, лавочка. Пойдемте-ка налево. Главное, аккуратненько. Так, взрывплюющиеся растения. Ну их нафиг. Кто? Где? Окей. Лавочка, хорошо. Надо же, пригодилось. И теперь куда? Вниз налево. Окей. А это оно? Да. Так, здесь должен быть босс. А, походу, я его убил в прошлый раз. Тут обитал мини-босс. Не знаю зачем, потратил только хп, точнее ману. А, так, налево. Но у меня карта здесь открыта, то есть я здесь был. И я вот сундук открыл вверху. Ау, они же кусаются. И здесь я гусеничку убивал. Точнее, освобождал. О, а вот тут наверху я не был определенно. А, то есть я здесь был до крюка. Отлично, вон вверху слышу маску. Магическую ли? Неизвестно. Да, для магии. Отлично. Значит, будет 3 ячейки еще дополнительных для магии. Здорово. Так, отлично. Эту метку можно убрать и пойдем еще дальше. Ау. Случайно. Ага, а дальше я не попаду. То были наши земли, но бледное существо взяло себе пещеры дальше. Хоть кажется оно великодушным, но наших грез оно не знает. Держись подальше от тех мест. И я сюда не пройду никак. Вот тебе на. А как же получается туда пройти? Зеленая тропа. То есть получается мне... Ого. Ага. То есть, чтобы туда попасть, мне нужно сделать как раз таки крюк через вот этот проход вниз. Угу. И та большая локация. И только тогда я здесь, получается, как шорткат будет. Ладно.
Ладненько, раз такое дело. Раз такое дело, куда отправимся? Куда отправимся, куда отправимся? Да. Хорошо было бы сюда сходить, получается. Туда. Но уже почти 2 часа стрима. Так что? Я думаю, на этой ноте можно уже закончить этот стрим. Ладненько. Всем до скорых встреч. С вами был Дон Стрэнджер. Это была 7-я часть прохождения Hollow Knight. Всем пока-пока.